Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 21 марта 2022 года, на улице плюс 11. Мой красавец спит. Худющий стал, загулялся совсем, мой лордик. Ему же год исполнилось, второй год пошел. Так, хочу вам показать пастернак. Решила в этом году посеять. Он на вкус между петрушкой и морковью белой. Есть белая морковка. Я где-то купила пачечку, покажу в следующий раз. Так, чем он хорош? Он хорош для вторых блюд. Подливки, соусы. Это средний-ранний. Уборку производят на 80-85 день. Розетка листьев прямо стоячая. Они листочки чем-то похожие на петрушку. Кормоплотка носовидной формы. Та в основании округло сплющенные. Вот здесь, наверное, носики. Ну, посеем, буду сеять с вами. Усходы не боятся мороза, минус 3, минус 5. А корнеплод выдерживает минус 7, минус 8. Появляются сходы на 15-20 день. Ну, я буду сеять где-то в конце апреля. Торопиться особенно не буду. Буду замачивать, проращивать слегка, как набухнут семена, так и буду их высаживать. Фирма Гауриш. Люблю эту фирму. Люблю. Очень даже. У нее семена не очень дорогие. Ну, вот где-то пачечка, вроде бы 20 рублей я отдавала, даже если не меньше, рублей 15. Но цены не видно. А элита хорошая, а вот что-то сибирский сад мне в этом году не нравится. Все помидоры плохие у меня, схожесть плохая. Ну, вот и все, дорогие друзья, будем сеять в конце апреля. Посмотрим, что у нас вырастет. Хранить, по-видимому, придется в песке. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч, пока.